Как вы относитесь к книгам Егора Гайдара, например, «Гибель империи. Уроки для современной России»? Я не читал. И не буду читать. Я резко отрицательно к данному персонажу отношусь, и его идиотское мнение по этим вопросам меня не интересует. Очередные мемуары для оправдания себя, ну, как правило, стоит ли читать? Если нет, что посоветуете? Читать только из энтомологических соображений, изучая жизнь насекомых. Так, я боюсь, ни уму, ни сердцу ничего там нет.